блядь. О! Ты сейчас, блядь, опять сползет! Съезжай, нахуй! Съезжай, блядь! 15 ноября 2012 года. Время 6.46. Поехали на базу. Поедем в Михайловск. 150 километров. Забирать кран на пневмоходу 16-тонник. Вести его, короче, на ИКАД здесь, возле Пышминской развязки где-то. Да ёб твою мать. Так, прибыли на базу. Заводим. Посмотрим, блядь. Чё тут, блядь? Может замыкать, блядь. Не знаю. Провода все на месте, блядь. Может лапа, блядь, сама, сука. Здесь, блядь, что-нибудь нахуй. Хуй знает, блядь. Полчаса, блядь, поспать пришлось, нахуй. Глаза вообще слепались, блядь. Время 9 часов. Еще час времени есть, погнали. Вот мы уже едем по Красной Уфе, по Нижней Сергинской трассе. По этой, блядь. Время без 20:10. Тут еще, блядь, километров 35, наверное, 40 до Михайловска, блядь. А тут завтрак туриста, блядь. Перекусить немного, блядь. Так, вот свернули, значит, на Михайловскую трассу. Время 20 минут 11. После плотины будут ждать. Места красивые, блядь. Вот этот кран стоит, блядь. Со стрелой еще, нахуй. Ебаный в рот. Нахуй там бензину дохуя налито, блядь. Варежки тушу быстрее. Да, она сейчас потухнет. Вот так рукой, ага, хуй, блядь. Не тряси.
Бегом в курицу. Все, теперь точно не заведется. Все, блин, а блядь. Вот эта вот хуйня, блядь. Клиренс маленький, нахуй. Здесь тоже, блядь. На трубу поставьте, просушить его все, я хочу. Ну. А? Два пеликана купишь. А? Квартирка есть такая хуйня, понял? Это 30 километров отсюда. Ну он пиздит, по-моему, не 30, 50. Насколько я знаю. Да артей-то, да? Вот где и бутылка. Слова такие страшные. Короче, блядь, я нашел выход из положения, блядь, чтобы стекло омывалось сразу хорошо, блядь. Просто я перевернул, блядь, этот сами разбрызгиватели перевернул в другую сторону, чтобы они не на стекло дули, блядь, а на улицу нахуй. И они тогда получаются вот так вот, блядь, работают. Туда на улицу, а потом попадают на стекло. Все, в итоге ветром тоже будет вверх мыть. Так. Этой херни еще нету, блядь. Время уже 1:30. Время уже без 15:04. Я еще, блядь, не снужу духу, блядь. Никого нет, блядь. Плюс еще, оказывается, зеленую улицу, блядь, через Дружининский пост и вообще по всем мусорам никто не давал, нахуй. Поэтому, блядь, придется самому как-нибудь, нахуй, ехать. Если, конечно, он, блядь, загрузится, нахуй. Порожняком бы не уехал отсюда. Михайловск, блядь. Время 5:10, поехали. Не едет нихуя. О, поехал, блядь. Короче, такая же ситуация, как с РДК, блядь. Водитель, блядь, на нем ни разу не ездил, нахуй. И еще и техника не работает, нихуя. И она, блядь, поворот, нахуй, не держит, нихуя, блядь. Так вот в дороге, блядь, как поверну, нахуй. Как он развернется, блядь, и заебись будет. Пизды дает, блядь. Блядь, фиксатор не держит. Потом в интернет выставишь? А? Потом в интернет выставишь? Свою коллекцию добавлю. У меня не держит, что ли, стопора никакого, у него, да, в повороте-то. Что-то он отпускает воздух, у меня хуяк, все, пошло, блядь, обратно.
работает, блядь. Ну, короче, пиздец, блядь. Он сейчас в яму еще свалится, нахуй. Забуксует, блядь. Если включит, у него не включается муфта, короче, он не может ни вперед, ни назад, блядь. А ехать ему нужно, блядь, вон туда, нахуй. Вон, где трал стоит. Короче, полная жопа, блядь. И у него башня нихуя не держится, блядь. Вот она повернулась, все. А если я, блядь, в дороге, нахуй, буду поворачивать на повороте, он у меня повернется и кувыркнется, нахуй. Время 5 часов, блядь. А мы еще, блядь, ни ухо, ни рыло, нахуй. Еще и снег на ночь пошел, блядь. Заебись, короче, блядь. Вроде как появился, блядь, время 5:30, нахуй. Вон, блядь, из-за поворота выезжает. Короче, блядь, нихуя не получается. Потом, блядь, доехал до сюда, нахуй. И все, блядь. И опять нихуя не едет. Время 6 часов, блядь. Выстелили, блядь. Будем выравнивать, пробовать заезжать. Скорость поменьше, поменьше скорость надо. А не, нормально, а что ты? Нормально, жопа-то идет, просто вывернуть сюда и все. Жопа-то идет. Колесо сюда вывернуть. Обратно. Обратно, сюда. Против часовой стрелки. Вот, сюда, сюда, вот. Вот и потихонечку. Потом обратно выворачивай. Ты сюда залезь, здесь смотри. Потихонечку. Колеса выравнивай, выравнивай колеса. Колеса левее, блядь. Не, нахуй еще, блядь, ёбнется, сука. Он потихоньку-то не может, что ли? А чё съезжаешь? Зачем? Нахуя съезжаешь-то? А зачем съезжаешь-то? Пиздец, нормально же заезжал, блядь. Чё, не идёт что-то, да? Что такое? Что у меня? Заезжать будет? Что не заезжали? Я говорю, заезжать будет? Что я сейчас? Не знаю. У тебя зад-то как заезжает? Зад нормально, ровно вышел. Только немножко надо было подрулить чуть-чуть, и все перед ком, а зад-то ровно шел. Он у тебя заезжает? Заезжает. Давай заезжай. Зачем мне? Попытка 2. Блядь, ну что скорость такая большая? Не-не-не, куда нахуй? Да. Ну все, пиздец, началось там.
руль. Так а по ушам-то зачем? Сейчас ёбнется на тебя, блядь. Проезжай быстрее, нахуй. Не ори. Редуктор проскочит? Нет, блядь. Редуктор, смотри, нахуй. Так у него хули колесо спущенное, нахуй. Съезжай, нахуй. Колесо спущенное, нахуй, внутреннее, блядь. Короче, у него, блядь, спущенное колесо вот это внутреннее, и это. А тогда у меня получается вот этот болт под мостом, который, блядь, он упрется и его оборвет, нахуй. Днищем, блядь. Время, блядь, 6:30. Сидим. Уже, блядь, стемнело, нахуй, на улице. Вот. Там, короче, блядь, колеса сейчас будут снимать, задние наши. Найдут инструмент снимать колеса, потом качать их, накачивать, блядь, и потом обратно ставить. Вот сколько это времени пройдет. Ну, простое у меня уже идет почти 7 часов, уже простое. Время 7:30. Все, сидим, ждем, блядь. Сейчас не могут лапу опустить, чтобы колесо снять. Наверное, блядь, сука, тут ночевать, что ли, надо. Сняли колеса. Время 9 часов. Собрали колесо, блядь. Будем пробовать заезжать. Заезжаем. Оп! Че, зачем колеса-то выкрутил? Пиздец, блядь. Очередная попытка. Нахуй подальше отойти, пизду, блядь. Она нахуй свалится, ёпты, свалится, блядь, оу! Так свалится, ёпты! А что, не видишь, что ли, куда руль-то крутить надо? Нормально, сэр! Руль, выкрути туда, руль, блядь, не надо назад, нахуй! Руль, выкрути туда немножко, блядь! Смотри, выравнивай руль. И фонарик нахуй мой погас, блядь.
блядь, надо тут смотреть что-то. Редуктор, блядь. Редуктор проходит нормально. Стоп, блядь! Стоп, ёб твою мать, блядь! Пиздец, блядь! Так это чё за хуйня-то, чё, блядь? Чё это за хуйня-то, чё, блядь? Тормозов нет, что ли? Нахуй сейчас там ёбнется, блядь, с той стороны. А блядь, так должна, я не встал на неё, вот сколько? Нет, это вообще... Ну хули тут пиздец, блядь. Кого? А бля, ты вообще ёбнулся, блядь, сейчас ты выиграл. Если не выиграл, ёбнулся, блядь. Я не выиграл. Тормозите, не помню.